Доброе утро, сынок. Так, чипсы убрать, пожалуйста. Сегодня Гриш завтрак от Григория у нас, да? А у меня не спали мы вообще. Вообще. Если вот так смотреть, даже не спали. Я уже готовлю борщик. У меня здесь сварился бульончик. Он из индейки. Посмотрите, какой он прозрачный. Он такой красивый. Сейчас я себе тут установку делаю. Здесь уже картошка порезанная на борщ. Такая установка. И сейчас буду цедить бульон. Давай, давай, что мы тут читаем? Тогда давай отсюда начнем. Гриш, давай читаем, что у нас это? Хрестоматию белолобы. Выдали. Да, белолобы. Да, это сегодня нас мало было. Разрешили. Это не я рисовал. Ясно. Давай, давай, Григорий, читаем. Ой, мама, я все прочитал. Угу. Да что тут осталось? Да, мама, что тут осталось? Давай, давай. Я вот здесь, да? Нет. Сейчас сначала будешь читать, Гриш. Я уже борща наварила из индейки. У нас теперь все из индейки, потому что мы три индейки купили, они же большие такие. Вот борщ из вот этих вот двух кусочков. У нас уже 4 часа, я поспала. Сейчас сделала себе кофейку, чтобы проснуться. Гришка тут вчера накупил вот таких вот типа Марса или Сникерса, знаете, батончиков. Буду сейчас кушать и ждать Сержуню. Мы сейчас собираемся в парикмахерскую всей семьей. Я буду стричься, все кроме Антохи. Антоха же вперед уже подстригся. А сейчас мы все мальчики, девочки, в общем, все. В Александрию сейчас поедем. Жду Сержуню. Я бы сама с удовольствием поехала, но машину не беру. Вот так вот. Мы с Антохой в Александрию. Тут все так светится красиво, да? Уже украшается. Угу. Все уже здесь украсили. Пойдем? А Фоню подстригли. Покажись, какой ты теперь красавчик, да? Посмотри на меня. Посмотри на меня. Во, круто. Сейчас теперь Гришу, потом папу. Антоша на танцах, а тут еще такая интересная, часы, которые идут задом наперед. Да, вот так вот. Вот, да. А сколько время? Сержуня даже запутался. Так чего ж не запутаться, я не знаю. Так, пришли подарки. Детский сад. Фонька их все равно уже увидел. Так, вот такие вот черепашки-ниндзя. Сейчас покажу. Такие вот черепашки-ниндзя. Да, жду до Нового года, Афоня. А девочкам какие? А девочкам капсулы Лол, да. Такие в коробочках капсулы Лол. Такие вот, да? Такие будут подарочки, да? Все, мы подстриглись. Я тоже успела. Не знаю, как я считала, мне казалось, что Оксана не работает сегодня, но нет, все отлично, Оксана работает. Длину совершенно не убирала, зад. В общем, мы затылок сделали уже не выстриженным, более плавным, все как отросло, придали форму, челка. Вот такая вот теперь я. А у нас тут, гляньте, что. Это мой фен. А вот это вот проектор, да? Проектор. Да. Это у нас уличный проектор. Сержуня его заказал. Вот нам его курьер, да, доставил. За сколько? Все вместе с доставкой 3000, да, было? 4600. А, 4600 даже? А ты просто меня мне все правда не говорил. Мам, ты еще не шла. Ну, там разные эти, да, можно вставлять? Ну, по идее, Дед вот Морозы. Где он тут? Ну, сейчас это в темноте надо показывать, да? Ну, сейчас я соберу. А вот это вот такое вот, да? А ну, сейчас другое оставлю. А можно потом вставить самого? Раз и два. Тут разные картриджи, да, разные картинки. Можно каждый день менять это. Под своему настроению? Цвет настроения. Си. Ударился? Нет. А я тут еще не ударился. Подойди. Это не то. Вот тут вот елочки, прям нички. Прянички даже.
сейчас папа не той стороной. А это колокольчики, да? Мама, Валюха, куда встать? Пойти дальше должно еще лучше. Ну будет. Да, да. Но у нас 150 квадратов. Ну посмотрим, да? Я делаю тесто. Уже добавила разрыхлитель. Вот это вот моя самая любимая тема, когда вот эта шапка поднимается, белая, пышная. Здесь у меня три, получается, три замеса на 300 грамм сливочного масла. Рецепт есть у меня в Инстаграм. Вера Пряничная. Можете посмотреть. Там начинают ставить елку. Английский учим. Открытка какая-то. Вот, Деда Мороза. Топол. Это не тапок, это был конек, но он вот... Ну, теперь он тапок. Да, но надо будет искать. Надо вот такие игрушечки без этих наконечников откладывать. Мам, а куда? А я не куда снежинку. В чём-то и всё. Олень, а всё. Не, клади пока сюда, Гриш, и на, игрушку. Угу. Вы так поглубже засовываете эти. Ой, птичка! Да, птичку вот аккуратно. Она стеклянная, дай папа ее повыше. Та-да-да-дам! Сейчас елка дудух. Гриша. Подожди, подожди. Ой, Гриша. Сила есть. Что ты повесил? Надо что-то да и это вкручивать хотя бы. А, вкручивать? А сюда нажимаешь. Ура! А волну звезда горит. Что-то она как-то не очень горит. Звезда! Мы тебя повышим, мы тебя не вышим. Ой, друзья! Кто выключил? Хорошо! Включи! Какие игрушки? Да включи свет, Афоня! Афоня, включай. Я тут вообще-то золотой шишкой занимаюсь. Шишка? Шишка? Вау, что я нашел? Как он делает шишку? Мам, смотри! Говори нормально. А я вешу клубничку. Это спить! Да, это значок вспыша. А наверх кто сюда? We will rock you. У нас Дед Мороз.